Всем привет! В этом видео речь пойдет о travel удилище от компании Hurtigruten Skywalker Light Game. Skywalker Light Game – это travel-версия, пятичастное удилище, которое в сложенном состоянии занимает очень мало места, поэтому его удобно брать куда угодно с собой. В серии всего три удилища представлены на российском рынке. Это Ultralight 645 в длине 194 сантиметра и тестом до 8 граммов. Light 745 длиной 2,24 и тестом до 12 грамм. Причем Ultralight и Light идут с монолитной solid вершинкой. И, наконец, самая старшая модель, которую я уже сезон гонял в разных условиях, ловил на нее различную рыбу как на пресноводных водоемах, так и на море. Это 825 модель, имеет длину 2,49 и тест от 2 до 16 граммов. 825 Skywalker имеет табулярную вершинку, в отличие от двух более младших версий. Кольца, катушкодержатель Fuji. У меня была распаковка по этому спиннингу, там более подробные технические характеристики все описаны. Если кому интересно, оставлю подсказку, перейдите, посмотрите мою распаковку. Итак, Skywalker. Что из себя и представляет это удилище? Мощный, жесткий комель и информативная живая вершинка. Это позволяет ловить на различные приманки, как рывковые, например, это могут быть металл-джиги или прогонистые воблеры, а также стики. Также это прекрасный вариант для ловли со дна на разнесенки. Это дропшот, либо это отводной поводок. Ну и, конечно же, классические джиговые монтажи, обычный лайтовый джиг, либо это если морская рыбалка, то применение буллеров. Удилище достаточно легкое, если учитывать его длину и то, что это пятичастник, вес чуть более 100 граммов. В руке лежит удобно, отличный баланс, приличный запас мощности в комле, что без труда позволяет справиться с самым матерым хищником. Строй у спиннинга сверхбыстрый, верхняя часть вообще живая, но это нисколько не мешает работать с разными типами приманок, в том числе и рывковыми. 825 Skywalker я ловил на пилькере в пределах теста, и он их отлично продергивает. Кроме этого, им можно запросто анимировать прогонистые воблеры, типа до сперхотриуки, до 70 мм удочка спокойно их тянет. Skywalker имеет приятный внешний вид, эстетично оформлен, красиво переливается на солнце комлевая часть удилища. Для удобства сборки на стыках колен имеются специальные белые маркеры для того, чтобы комфортно было между собой соединять
каждую часть удилища. Спиннинги этой серии обладают отличными бросковыми характеристиками, классно вяжут рыбу, и благодаря тому, что использован высокомодульный карбон, бланки имеют достаточную чувствительность, чтобы не пропустить поклевку. Ну и тактильная чувствительность на, в принципе, хорошем уровне. Ну, к слову, на 0,4 шнуре при ловле на море от 4 граммов в руку слышно, как тиролька или буллер стучит по дну. 825-й Skywalker имеет тест 2,16 граммов, и я его оснащал в основном катушками 2,500 и 3,000 размеров. Данная удочка у меня в основном задействована на морских рыбалках. Это и ловля саргана на пилькеры, также разного придонного хищника на дропшот, отводной поводок с использованием тирольской палочки в качестве грузика, ну и либо буллеры. Одна из моих любимых оснасток и ловля придонной рыбы, скорпены, горбыля и каменного окуня. На пресноводных водоемах я ловлю на Skywalker джигом. Джиг граммов от 3 до 10, плюс приманка до 4 дюймов. Вершинка живая, информативная, начинает в идеальных условиях отрабатывать на мягком дне от 3 граммов спокойно. Ну, а от 4 вообще комфортно ловить, даже не в самую благоприятную погоду. В общем, Skywalker — это отличный вариант для путешествий, не только. В собранном состоянии занимает очень мало места, что позволяет его разместить как в ручной клади, либо в чемодане. Ну, а также можно засунуть в обычный рюкзак и отправиться с этой удочкой ловить рыбу куда угодно. Спиннинги этой серии комплектуются компактным, удобным, полужестким кофром. И в комплекте идет еще две неопреновые стяжки. Ну а на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.